Ребята, по-моему, это мини-босс, по факту. Чаще всего. Их можно скрещивать, получать новые расцветки. Давайте скрестим черный. Он сейчас работает под прикрытием вместе с скелетом. Это ему не поможет. У фабрики пластинок появилось новое применение. Если кто забыл, как... С вами снова Александр, более известный как Герон, и этот день настал. Сегодня у нас наконец-то первый снапшотик под версию Minecraft 1.14. И тут очень много всякого интересного. Начнем, как водится, с самого интересного. У нас много нового оружия, новых мобов, новых блоков, ну и так далее. Теперь нам нужно найти вот такое животное, называется она панда, и находится она в новом биоме, называется это безобразие бамбуковый форест. Как же это перевести-то по-русски? Бамбуковый лес, во, точно. И я надеюсь, что он перестанет лагать ближе к релизу, пока что вот так вот. Если сломаем нижний блок, падает все вниз, как тростник. Вырастает он на 12-16 блоков поверх, и здесь живет вот это. Панда. Вообще, изначально панды должны быть разных цветов и оттенков. И разного типа характеров. Их можно даже будет приручать и разводить. Это очень прикольно. Самое интересное, что в теории с них должно выпадать бамбук, естественно. Но мы не будем их убивать, конечно же, потому что они слишком милые для этого. Да-д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 а. Че, серьезно? Вы просто приручаетесь бамбуком, который здесь до задницы... Ох ты! Ты видел это? Ты видел это? Она джиу-джитсу показала. О май гад! Как круто-то! Слушайте, а можно мне еще джиу-джитсу показать? Классное место, на самом деле. Пока что бамбук вообще никак не используется, на самом деле. То есть из него какой-то бамбуковых хреновин пока что нема. Не нашел. Давай. Еще раз джиу-джитсу покажи нам. Да. Слушай, она живет вот так вот. Ой, боже мой, какая милота. Маджанги, срочно приделайте возможность гладить этих зверушек. Так, а я могу его погладить? Ну ничего, можно мод на эмоцию поставить и дело к стороне. И они рождают маленьких вот таких пандочек. Пока что мне достаточно... Нашел только панд вот такой расцветки, но по идее должны даже быть... Во. Попались другие расцветки. Бурая панда, черная панда, которая попадается. Перед началом этого ролика акция, ребят, если мы собираем 500 лайков, давайте 500 лайков, да, 600 лайков. Я в комментарии под видео вам скину сид мира, в котором есть бамбуковый лес рядом со спавном, чтобы вам не приходилось искать его самостоятельно. Там вместе с пандами потусуетесь. Угу. Давайте. Чаще всего их можно скрещивать, получать новые расцветки. Давайте скрестим черного и бурого. Может быть, серый получится. Не повезло, получился бурый. Давайте еще. Еще больше панд, богу банд. Ой, боже мой, какая милота. Ладно, теперь. Куда можно бамбук использовать сегодня? Бамбук нельзя не использовать никуда, как видишь. Увы. Но его можно оставить в горшок цветочный. Я не знаю зачем. Господа, можно вот так вот сюда вот так поставить, и он вот так вот будет стоять. Более того, можно использовать костную муку, как обычно. И можно, кстати, использовать в качестве живой изгороди. Маленький бамбук выглядит вот так. Сажается он очень просто. Берешь один блок бамбука, любой. То есть никаких семян у этой штуки нет. Просто втыкаешь в землю, появляется росток. Тыкаешь, ждешь, пока он вырастет сам. Ну или помогаешь ему с помощью костной муки. В максимального размера вон такого, 12 или 16 блоков высотой. Теперь продолжаем с мобами. Дальше у нас появляются новые мобы, пилладжерс. На данный момент они вообще нигде не спавнятся. Этот процесс спавна появится только в новых версиях. Что меня больше всего интересует, насколько они прочные. Мне кажется, что если у них есть арбалеты, это самое лучшее оружие на данный момент в игре, то они, по идее, должны выносить вас за 15 секунд вперед ногами. И, то есть... Как бы, где они будут спавниться, что они будут делать, никто не знает. Но, по идее, они должны будут устраивать рейды на жителей, как нам обещали на Майнконе 2018 года. И об этом те, кто подписан на мой канал и смотрят меня давно, знают. Потому что я продолжаю образовать Майнкрафт 1.14. Теперь, собственно говоря, выходим в режим выживания. Ну что, понеслась, включаем режим выживания, пытаемся их убить вдвоем. Пробуем. Так, два бестии, это было... Два биста в алмазной броне, они меня около... О, отлично. Короче говоря, получается, что вот этих
Бронтозавров я даже в алмазной броне убить не могу. Ничего себе. Вы, однако же, жесткие. Господа, давайте я все-таки попытаюсь вас убить хоть как-нибудь. Секунду. Пробуем поштучно уложить из арбалета. Проблема арбалета в том, что он стреляет, конечно, мощно, но стреляет очень медленно. Я выбрал себе стрелы с замедлением 4 уровня. Арбалет — это новое оружие, работает она исключительно со стрелами, к счастью, ванильными. Блин, что-то мне эта медлительность не пом... А сколько у вас жизни? Ребята, по-моему, это мини-босс, по факту. Обычно у скелета вы с помощью арбалета укладываете всего лишь за 2 выстрела. У этих товарищей, я не знаю, сколько им, по 10 стрел, что ли, нужно всадить, чтобы их убить? Ребята, у вас что там... Алмазные блоки должны выпадать. Чего вы такие жесткие-то? Чувак, а ну отстань от меня. Отстань от меня, животное. Отстань от меня. Короче, придется их добивать сейчас в креативке. Бум. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Короче, у них больше 100 хитпоинтов, это точно. То есть у обычных зомби и скелетов по 20 хитпоинтов, у этих товарищей как минимум 100, я насчитал. Это чума, конечно. Теперь давайте вернемся к нашим пилладжерсам. А что из них выпало? Из них ничего интересного не выпало, что ли? Подождите, а что с бестии выпадает? Секунду. Ништяк, с него выпало себе новое седло. Да, седло. Кстати, поменяли всю графику, которая есть в Майнкрафте. Это неудивительно. Например, переписали те же у многих предметов. Теперь новые текстуры. Где это было? Дай. Видишь, здесь тоже текстурки новые полностью переделали. У декоративных блоков тоже другие. Ресурс пак Fateful давайте отключим. Да, ребят, очень ощутимо. Шмотки другие, даже значки здесь поменялись. Травка какая-то стала другой, мне кажется. Панды. О, боже мой. И листва теперь прилично выглядит. Даже без шейдеров. Даже без текстур нормальных. Офигенно. Да, они переделали текстурки и сделали их более приятными, что ли. Мне нравится то, что я вижу. Ну ладно, это я вам покажу в следующих частях, потому что это надолго. Ну что, я в полуалмазной броне. Пилладжер меня особо сильно не бьет. Насколько я понимаю, он сейчас работает под прикрытием вместе с скелетом. Это ему не поможет. 2 удара, 3 удара. 3 удара выпадает из него изумруды. Короче, довольно выгодная тема. Насколько я понимаю, они будут нападать на деревни. Соответственно, ауч, я забыл. Здесь визард цветы растут. Классно, клево, интересно. Видите, это настоящий Майнкрафт. Никаких модов на сей раз. Круто. Теперь, собственно говоря, третье животное, животных я вам показал, оружие. У него есть 3 новых зачарования. Все крафты я покажу в конце видео, досмотри их до конца. Если вы хотите играть со снэпшотами всеми, ну, покупайте себе лицензию, будет у вас все хорошо работать. У многих до сих пор на вашей пиратке 1.13.2 не работает. Бугагашеньки. И текстуры, соответственно, украсители странные. Черный, коричневый краситель, голубой краситель, черный краситель, белый краситель, серый краситель, розовый краситель, зеленый, лаймовый краситель. У других красителей тоже текстуры не поменялись. Теперь изменение геймплея, которое очень хотели люди, и маджанги сказали, ладно, дадим. Первое. Теперь с небольшим шансом, когда вы будете ломать листву вот так вот, вам будет выпадать не только яблоки, но и непосредственно палочки. Да, самые обыкновенные палочки. Давайте попробуем этот вариант, прокатим. Угробим одну маленькую идею, посмотрим, сколько палок выпадает мне. Короче, мне выпало 2 саженца с этого дуба и 2... И 2 палочки. Зачем это было нужно? Не знаю. Теперь с помощью стрел можно сбивать хорус-фрукты, что в принципе оправдано, потому что они высоко растут. Так, окей, смотрим. Да, это сработало. Хочешь собрать все хорус-фрукты и не ломать все растение целиком? Пожалуйста, стреляй из них из лука. Гениально. Теперь в качестве топлива можно использовать обыкновенные сухие кустики. Как видите, наконец-то, что в принципе логично, потому что сухие кустики растут, никчекуда и никак не используются, но и поэтому являются древесиной. Классно, клево, интересно. Идеально. Теперь по изготовлению таких штук, как свекольный суп или непосредственно
супа из кролика. Неважно, как вы выкладываете ингредиенты, теперь их можно выкладывать в абсолютно любом последовательности порядке, у вас все равно получится супчик, что очень хорошо, потому что это было раньше настоящее мучение готовить. У фабрики пластинок появилось новое применение. Если кто забыл, как получают пластинки в выживании. Ну, во-первых, находят в сокровищах, в разных сундучках, в разных данжиках. Это первый вариант. Второй, вам нужно, чтобы в крипера выстрелил скелет. Или стрей. Как это переводится, я не знаю. В общем, еще один скелет. Давай, стреляй. Стрей, алло, я тут. Давай. Есть контакт. Как видите, ему деваться некуда. Единственный способ убить меня, это стрелять сквозь крипера. Когда он убьет крипера, мы с вами получим пластинку. Давай. А что так медленно стреляешь? У крипера всего лишь 20 жизней. Во, мы получили пластинку. После этого мы заходим туда, любым доступным нам способом. Избираем нашу пластинку. Это какая пластинка? C1418 The Far. Отлично. Вот такие вот пироги. Теперь вы можете полностью автоматизировать процесс сбора шерсти. Выглядит безобразие таким образом. Нам нужен диспенсер. Не раздатчик, а вот этот. Вот с такой мордашкой. К нему присоединить редстоунный сигнал. Запихнуть внутрь ножницы. Бум! Он собирает шерсть за нас. Как видите, я сделал клетку для овцы, поставил хоппер вниз, доставил диспенсер. К нему можно поставить таймер на любое время. Например, можно же извернуться и прикрутить таймер на 5 минут. И все наши, как его называют, овечки будут постригаться каждые 5 минут. Почему нет? Все, ребята, полностью автоматический процесс получения шерсти. Сделал эту всю схему за 2 минуты 15 секунд. Я думаю, что можно бы и думать более навороченные схемы, но это классно. Диспенсеры теперь работают с ножницами и стригут овец. Прикольно. Поменялись названия полублоков. И что самое интересное, появился новый полублок из гладкого камня. То есть это даже не гладкий камень, это обычный камень, тот полублок, который у нас был, полублок из булыжника и все остальное, это тоже раньше было. Вот этот полублок мне очень нравится. И как народ хотел, и об этом много говорилось в интернетах, здесь появились ступеньки абсолютно на любые материалы, в том числе на гладкий булыжник, на гладкий песчаник, кварц, гранит, какой-то улучшенный гранит. Я даже не знаю, что это за камни. Их так много развелось в Майнкрафте. Классно. Вот, наконец-то, Маджанги занимается делом. Ставь лайк, если согласен. Ставь дизлайк, если ты не согласен. Будь настоящим хейтером. Ставь дизлайки. Прикольно. По-моему, да. Еще больше полублоков. Из них добавилось полублоки для диорита, для гранита. И для чего-то еще. Кварц был. Диорит, диоксид, сэндстоун, кварц. Изменений так много, что Герон уже запутался. Маджанги, молодцы. Удивляйте меня, чтобы я тут мучился. Появились самые обыкновенные каменные заборчики, но сей раз из всех видов кирпича, которые есть в Майнкрафте. Красные, незер, красные адский кирпич, обычный адский кирпич. Каменный кирпич, обычный кирпич из глины, вот такой кирпич, и вот это самое прикольное. Из эндстоуна. Слушай, мне нравится то, что я вижу. Теперь мы можем получать новый гладкий вид камня, например, из песчаника. Мы можем запихнуть печку, получить гладкий песчаник. Обычный камень мы можем пережарить, превратить в такой камень. Красный песчаник мы можем превратить вот в такой камень. Непосредственно блок кварца. Обычный. Мы можем тоже сделать гладким. Еще более гладким. Подожди. Я не вижу разницы. То есть вот это гладкий кварц. А вот это не очень гладкий кварц. Где разница? Разница. Пойди. Теперь рецептом. Изменили рецепт для адских заборчиков. Он выглядит теперь вот таким образом. Теперь непосредственно для арбалета рецепт выглядит таким образом. Две нитки. Палочки, трипвайер, как он называется, это спусковой крючок, и железо. Бум, гениально. Лум крафтится таким образом, два доски, две нитки, и получаем лумчик. Вот так вот ставится, и выглядит он вот так вот. Круто.
Ну что, ребят, давайте поехали. Знаешь, предлагаю сделку. Поскольку я сегодня, скорее всего, успею выпустить эту первую часть, у вас есть варианты, ребят. Если мы собираем много лайков, вторая часть выходит прямо сегодня. Давай, не ленись, дорогой друг, полсекунды времени. И вторая часть выйдет сразу же. Вторая часть этого снапшота, потому что он настолько большой, что один в один ролик не влезает. Да я не думаю, что вы получасовой ролик будете смотреть, или там будет, наверное, ну, 30-40. А два ролика самое оно. Так что, ребятки, ставим большой пальчик вверх под этим видео. Нам нужно всего-то, ну, я говорю, 200, 300, 500, 600 лайков. Ну, где-нибудь в этом районе. Так что, дорогой друг, не ленись. Поехали. И пишем слово продолжение. Будет вопрос, пишите в комментариях под видео. Погнали. Скажи нет лагам и багам. Скачивай только рабочие версии модов и сборок на сайте heroincraft.ru. Все ссылки в описании. Жду вас там.